она называется Ryan Flow, ледяное колесо. У них она сделана чуть по-другому. Здесь две бочки сверху стоят. Из них подается вода на колеса, и колеса давят пленку, и через шипы проходит вода. Мы немного от этого отошли и сделали без бочек, потому что время на заправку водой у нас нет. Мы прольем каплю, подождем 2-3 дня и уже потом будем ее тестить. Кресло от Газели в любом магазине автозапчастей продается, достаточно удобные. Здесь у нас они регулируются по высоте и по углу ближе к грядке. Колеса у нас регулируются по ширине, они собственным весом будут давить пленку, и мы уже будем высаживать. Здесь у нас кассеты будут, здесь, здесь и здесь. Ну, собственно, все. Дальше на ролик увидите, как мы